В Баку и на Апшеронском полуострове 23 февраля ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Умеренный северо-западный ветер днем сменится южным ветром. Голоньюз передает, что об этом сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов. Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 2-5, днем 9-11 градусов тепла. В Баку ночью 3-5, днем 9-11 градусов тепла.